Вот с первого беседа. Крышку нашел. Это нашел. Все, остатки ДАФа уезжают. Че, кстати, этот? Пошли, я тебе ПТС-ку отдам. Все. Остатки мотора поехали. Мы пошли Реноху делать. Сегодня 22 сентября. В общем, договорился я поменяться плитой, ну или полностью седлом другой машины. С условием, что я сам все поменяю. С условием, что я сам все поменяю и закручу, как было. Несколько болтов поломалось. Я один сначала болт открутил, потом попросил, думал, лучше это заплачу здесь знакомому слесарю. Он мне немножко помог и ушел, короче. Вот. Скруч неудобно было, и держать надо было снизу, и тянуть. Прессионом тянули. Короче, осталось четыре болта. Я сейчас сам еще остатки откручу, и один болт надо спилить. Остальное болтов, считай, из 20 болтов 15 я открутил. Или не 15. 12, наверное, я открутил, и 3 вон. Вот этой дурмашиной. Стал, конечно, неимоверно. Но правда начал часа в 2, сейчас 4:30. В принципе, за 2,5 часа нормально. Просто особо то не подлезешь, то тяжело идет. То это увлечение, то того, то головка ломается. Короче, это мы только сейчас вот принесли. Да, трещотку мощную. Ну, трещотка мощная, конечно, хорошо бы, но она сюда не лезет. То есть как она лезет, начинаешь откручивать болт, выкручивается, и она упирается в седло, а это все, выше она уже не идет. Укладывается. Так, сейчас, наверное, может только трещотку сорву, остальное. Что так? То рожком, то накидным там. Не накидным, а вот эта головка маленькая. Как-то так. Ладно, пошел я сейчас это. Чайку, наверное, глотну. Забираем это седло вместе с плитой. Свое. Сюда поставим. Времени снимать особо нет, потому что все кручу один практически. Все потом тогда все покажу. Мы сейчас туда поведем красные мои машинки. Мое седло поехало. Полетело, так сказать. Конечно, теперь сейчас все прикрутить. Примерить. А, болты забыл. Болты надо принести. И прикручивать тогда. Продолжение. Сегодня 23 сентября. Седло там закрутил на той рыночке. Все, здесь везде наживил. Это, в принципе, оттянуть осталось. Потихоньку везде протягиваю. Мажу все графитной смазкой. Вот такой недорогой. Осталось протянуть. Все так же промазано. Дождик идет. Телефон мокрый. Все тогда остальное потом сниму, покажу. А то вчера насквозь промок. Сегодня такое не хотелось бы. Всем привет. Сегодня 24 сентября. Короче, беда не приходит одна. Машинка сломалась, стиральная, вот. Возил. Сейчас покажу так. Плату в ремонт. Вот здесь было черное все. И еще где здесь? А вот здесь вот. В общем, отремонтировали. Или другую дали, не знаю. 2 рубля за ремонт платы. Я ему объяснил там причину. Говорит, что она там глючило, потом перестало вообще работать. А
А потом, говорю, жена открыла, когда уже постирала. А там еще этот дымок пошел. Он говорит, ну дымок, это, говорит, вот. Походу вот этот бабахнул, говорит, от накипи. Тен. Так называемый нагревательный элемент. Поэтому это... Сейчас заеду домой, поменяю. Что-то вручную. Жена стирает. Она не высыхает толком. Сейчас, пока отопления нету, все это нормально не отожмешь. Да и руками стирать не настираешься. Так что сейчас домой быстренько. Поменяю, постараюсь. Ничего не сломать другого. Поеду на работу, мое время уже 12. По 10 туда поехал, где-то. 10 с чем-то. Пока подождал, пока приехал. Ну, потом на базе, что снимал, покажу, что там у нас получилось за вчера. Ну, все, в общем, плату я сюда поставил. Внутри корпуса. Здесь, как он мне объяснил, вчера к мужику возил, он мне плату починил. Мне объяснил, самое главное, это вот эта вот земля. А вот это 220. Говорит, их без разницы, можно в любой стороне поставить. Но я сфоткал, как было. Поставил, как было. Если что, так, на будущее кому. Тут такой термоэлемент. Так, патент. А, вот термоват. А, вот снимаю. Не туда снимаю, я не смотрел. Термоват. Снизу написано, это вот оригинальная Италия, что ли. Нет. Вот, я такой же купил. Вот здесь отверстие. Здесь отверстие. Это под термодатчик. Вот он. Там снимается. Его почистил. Он накипит тоже. Здесь тоже все отмыть надо. Вот. Снимается как? Просто этот болтик ослабляется. Ну, почти до конца. И, говорит, за это надо вытаскивать. Не за это, а за это. Ну, я руками потихоньку вверх-вниз, вверх-вниз, короче. Лево-право потихоньку этот вытащил. Его, видать, уже ремонтировали, потому что, видать, отвертками подгибали здесь. Что вот как-то это... Так вот, наверное, выковыривали. Не знаю, конечно, сколько лет этой машинке. Так. 2006 год, что ли, не пойму. Походу. Вот. Сейчас будем пробовать, наверное. Пробовать запускать. А, ну и вот, вытащили. Суть какая. Открутили, вытаскиваешь. Когда гайку затягиваешь, эта резинка прижимается и ее расплющивает. За счет этого он там и держится. Как назло, конечно. Ключик на 8 только такой нашел в машине. Вроде он взял инструмент и головки забыл, короче. Только вот на 9. 9, 10, все остальные 7, 6. А на 8 ни одной ни длинной, ни короткой нет. Так, что? Будем собирать в обратном порядке. Так. Так, 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 так. А, вот на нас. Оп, это поставили. Это одевается в том же порядке, так. Я не помню, где вверх, где вниз. Всем привет. Сегодня 25 сентября. Приехал на базу. Вчера вот забрал я втулку, сделали на 3D принтере для вот амортизатора. Вот этот вот Mercedes. Задняя подвеска на гидравлике. Вот. Автоматик. Сейчас будем пробовать забивать, чтобы она туда села и не шевелилась здесь, в принципе. Видно, не видно, как посадочное есть место. Попробуем. На слово, если вдруг не подойдет, переделаем. 500 рублей взял за это. Как-то так. Сейчас будем пробовать. В общем, вот такой вот бардак хотел показать. Не было. Только один был прикуриватель вон там. Решил я тройничок сделать небольшой. Ставил вот сюда. Так, вот сюда. Провел провод, подсоединился отсюда. 12 вольт.
Полку пришлось разобрать. Здесь и все. Здесь, как оказалось, еще куча мозгов на АБС, там на пневмо лапку идет. Вот здесь я не знаю, на что именно. Короче, вся электроника здесь. Ничего, сейчас будем собирать в обратном порядке. Плохо, конечно, что второго ящика нет. Некуда инструмент ложить. Попробую, наверное, часть сюда убрать. В этот ящик. А дальше уже видно будет. Вот заказал ролл-лабач. Меня это самое срезает. Леской. Момент истины. Вот на переоформление. С 2 часов сейчас уже 5 час. Откручиваться ничего не хочет. Вырвал номера. Геморрой такой тоже устроили. Все хотят бабок. Приходится отдать. Так что как-то так. Все вроде нормально, но бесплатно никто не переоформит. 10,5 тысяч плюс госпошлина. Что как-то так. 5 тысяч, чтобы без очереди все оформить. Все, получил я номера. Время уже 6 час практически. Практически 6. Вон моя машинка стоит. Да, я надеялся, что попадется что-нибудь поинтереснее. Ну, в принципе, новенькие, смотрятся, ничего. Пойдем вешать сейчас. Придется, наверное, на эти вешать. На стяжки. Все, приехал я на базу. Закрепил вот так хомутиками. Так, машину закрыл. Здесь номер вот так вот. Прицепил хомутиками. Антиплатон. Ладно, все. Поехал я домой. Заправил солярочки. Вот она здесь почти полная. Все, погнали домой. Сегодня день какой-то тяжелый был.
все, освободили место перед прицепом дафа, подвинули. Так, что такое? В отстойник его. Ну, скоро должен на нем покупатель приехать забрать. Так что как-то так. Смотрим, что уберем сюда. Так вот выглядит рама. Со всем остальным, кроме коробки и двигателя. Будет здорово, если кто-то его купит, оживит, будет ездить, приносить людям радость, счастье внутреннее, душевное, и деньги, естественно. Основное, для чего их берут. Мимо дафа шли, решили раздербанить его до конца уж. Вас начали брать так. Даже колпачки заберем, что их смысл покупать потом, если они у меня есть. Ну как, уже не у меня, а у нового владельца, но все равно. Да, в разбор пошел. Что? Все это забираем. Добро себе. Кладем в склад временного хранения в виде Mercedes. Да? Тут промываю немножко систему. Шланги, патрубки, все буду менять сейчас на новые. Как-то так. Дружан приехал, масло ему поменяли заодно. Сапука! Не бойся.